этой моде следовать и распространять ее. Да, я забыл вам представиться, Михаил Юрьевич Щеглов, председатель общества русской культуры города Казани и один из организаторов этой акции в Казани. Задача сложная, усложняется тем, что у вас писать придется не как в обычном стандартном случае, а стоя. Ручки имеются, подкладки имеются, бланки я сейчас раздам. Бланки раздам. Так, запущена будет презентация. Послушайте на экране информацию. Послушайте на экране же текст. Милиция тоже, я думаю, послушает. Текст, который продиктует автор диктанта. Писатель Захар Прилепин. После этого мы выключаем презентацию. И происходит, собственно, сам диктант. Сам диктант. Диктант будет диктовать профессиональный диктор Вятского, правда, телевидения Ольга Владиславовна Журавлева. Видите, она тщательно готовится. Диктант достаточно короткий, но писать нужно внимательно, внятно. Как мы в школе старались писать диктант на пятерке, так и здесь. Да, сейчас раздадут бланки.